Всем привет! У нас сейчас видео специально для молодых мам, потому что мы вам представляем молокоотсос от фирмы Чика. Это ручной молокоотсос с очень удобной ручкой. Также есть силиконовая насадка, которая позволит более плотно прилегать к коже. Даже на примере просто модели, просто кожи, видно, как сильно втягивается. Особых усилий при этом прилагать не надо. Также в комплекте у такого молокоотсоса есть специальная соска. После того, как вы сцедили, прикручиваем соску и можно покормить малыша. Анатомическая форма соски позволяет легко совмещать грудное вскармливание и кормление с бутылочки. Также имеется антиколиковая система. Также в комплекте есть специальная крышечка. Если вам сразу после сцеживания не надо кормить малыша, вы хотите хранить это в холодильнике, можно закрутить крышечкой и хранить.